предстоящему сезону активного и здорового отдыха мячи начали готовиться за день до начала лета. 31 мая в парке «Зеленый остров» прошел фестиваль туризма и массового спорта «Турфест». Различные организации, объединенные идеей пропаганды физкультуры, активного образа жизни и путешествий, развернули свои площадки на суше, на воде и в небе. Любой смог прокатиться на летательном аппарате, пройти по маршруту с картой и компасом на площадке спортивного ориентирования, понаблюдать за мастерством роллеров и бумэксеров. Программа фестиваля получилась достаточно насыщенной. Центр развития туризма «Увлечен и я» при поддержке правительства Омской области и педуниверситета провели этот фестиваль впервые. Когда мы занимались организацией этого фестиваля, мы даже сами были поражены тому, насколько интересные есть и мало, к сожалению, пока еще известные направления, такие как, например, масс-рестлинг, воркаут, роллер-школы и многие другие школы ездовой, езды на собаках и так далее. И самое главное, это показать омичам, что у нас есть это в регионе, и что они могут приобщиться к этому, принять участие в деятельности всех этих организаций, найти себе единомышленников и с пользой провести лето. Кстати, Центр развития туризма «Увлечен и я» – победитель молодежного форума «Ритм-2012». Эта первая премия, она была направлена на развитие активного именно туризма на территории Омской области, в частности, сплавов по равнинным рекам. Так, проект, получивший когда-то грант на развитие от правительства Омской области, перерос в масштабное мероприятие, не имеющее аналогов в регионе. Я думаю, что это хорошая традиция, которая сегодня закладывается, и мы постараемся сделать все, чтобы события такого формата стали регулярными на Зеленом острове, и активный отдых присутствовал в полном объеме для наших мячей. Вячеслав Синюгин лично смог оценить грани туристического фестиваля. Вместе с Александром Фабрициусом он посетил все 36 площадок Турфеста, а со сцены предложил превратить парк «Зеленый остров» в территорию, свободную от курения.